Зараз про міжнародні, повернемось до теми міжнародної тематики. Відновили ми зв'язок з Дмитром Дурнєвим, кореспондент видання «Спектр». З нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Добрий день. Добрий день. Ви перебуваєте на території Донецької області, правильно? І підкажіть нам, будь ласка, це окупована, не окупована частина, де от взагалі? Ні, це не окупована частина, я десь під Нью-Йорком. Ще раз можна? Під Нью-Йорком. Під Нью-Йорком. Прекрасно. Пане Дмитре, що відомо вам про той процес виборів, який відбувався за допомогою наших громадян, які отримали російські паспорти? Якісь інсайди, чи дійсно підтверджуєте цифру, можливо, вона більша? Розкажіть нам, що знаєте про це, як задіяли наших українців з окупованих територій у виборах в Росії? Ну, нужно понимать, что в итоге выборы оказались более щадящими, чем мы ожидали. То есть крик был о 600 тысячах человек, 500 тысячах человек, а в итоге все сходятся на том, что там было там около 200, между 200 и 300. Достоверно цифру пока еще никто не знает. Я переговорил со многими людьми за эти дни, обнаружил, что последние пару месяцев давление на людей несколько поутихло. То есть я обнаружил, скажем, в идеологических сферах несколько человек, ну, имеется в виду учителя, воспитатели детских садов, бюджетники, которые умудрились не получить российского паспорта, не принять участие в голосовании, и их не уволили. То есть последние месяцы такое ощущение последовала команда на уменьшение скандала, скажем так. Что мы знаем точно, то, что абсолютно все люди, которых вывозили в Ростовскую область, ехали туда организованно, бесплатно на автобусах, с ними был старший в каждом автобусе, который контролировал процесс, им выдавали там бесплатные пайки, их привлекали в эти поездки как туристические, то есть после голосования они ехали там по каким-то ближайшим супермаркетам там. То есть им обещали там какие-то там торговые ярмарки. Ну, им платили за то, что они поехали голосовать, чи ні? Чи відома така інформація? До оплаты не дошло. Ну, например, дошло до того, что все эти дни, то есть пятница, суббота и воскресенье, работали миграционные службы в Ростовской области и выдавали паспорта российские. То есть каждый день выезжало 4 автобуса с искателями, они получали паспорта и тут же голосовали. То есть голосовали вне списков. Люди, просто имея российский паспорт, заходили в любой из избирательных участков, которые им предлагалось, и голосовали. То есть чисто теоретически одни и те же люди могли ездить там 3 дня в разными автобусами на разные участки и голосовать. Це було добровільно, чи це примус тих, хто працює в установах, наприклад, якими керують безпосередньо ватажки, ну, загалом, так би мовити, лідери цих республік? Ну, всі бюджетники обязаны були в этом участвовать. То есть, через руководство, через, ну, допустим, это был многоступенчатый, понимаете, процесс. Этот процесс стартовал еще в декабре прошлого года. Сначала массово бюджетников нагибали на получение паспортов ДНР, то есть организовано. Потом также массово те, кто получил паспорта ДНР, должны были получать быстро по ускоренной процедуре российские паспорта. Потом их заставляли срочно оформлять СМИ. Начиная с июля, все люди, которые получали паспорта российские, уже автоматически оформляли СМИ в Ростовской области. Затем их нагинали на регистрацию на портале госуслуг. И после всех этих многочисленных нагинаний, понимаете, исполнение команды сесть в автобус и поехать в Ростовскую область или под руководством старшего от бюджетной организации, то есть каждой администрации, я вот разговаривал с администрацией одного из районов города Донецка, они в пятницу утром в 8 утра организованно со старшим отправились на ближайший конституционный пункт и под надзором этого старшего все проголосовали дистанционно. Я говорил с людьми с одного из детских садов в Матвеевке. У них они дали директору детского сада заранее пароли к своим электронным адресам, те, которые они регистрировались на портале госуслуг.
И как же организовано, в кабинете директора они проголосовали 17 часов в пятницу всем садикам и забыли об этом. То есть, понимаете, их за последние, ну там, с января месяца их принуждали там целая цепь событий была, целая цепь команд, которые они выполнили, и последняя команда прошла уже вполне буднично. Угу. Пане Дмитре, коротко уточню, якими саме методами на них тиснули? Ви кажете, що зараз здивовані тим, що людей, які відмовилися їхати голосувати, їх не звільнили. Тобто якось більш м'яко стали ставитись. Як це було раніше, до того, яким саме засобами примусу їх? Я розмовляв з учителями в місті Макіївці, які в кінці апреля всіх відказників від паспортів ДНР вот всех собрали в актовом зале Макеевского горсовета. И администратор от ДНР этого города, Голощапов, перед ними выступал и убеждал их, что вот это неправильно отказываться, что он уже принял решение, что вот они обязаны получить российские паспорта. Ну и особо не угрожал. Но когда эти женщины приехали в свои школы, с ними провели беседы директора с тем, что кто за летние каникулы не получит российский паспорт, тот будет уволен. Бюджетная работа – это, ну, это самая стабильная сейчас работа на оккупированных территориях. То есть это учитель сейчас получает в два раза больше шахтера и получает регулярно свою зарплату. Эти женщины, с которыми я говорю, они летят к своим детям в Киев. И поэтому отказывались получать российские паспорта, боялись, что их перестанут пускать на границе, будет какой-то слив базы, как бы. Они сопротивлялись до последнего. Но в мае они все пошли и сдали документы на российский паспорт, и наверняка голосовали в эти. То есть еще в мае, в апреле это было довольно жестко, это было под страхом увольнения. Но ближе к выборам просто все, кто поехал, все поехали. Все, кто отказались резко, те не поехали. Почули. Пане Дмитре, коротко в мене точно, якщо ви знаєте нам цю цифру, щоб ми її зараз не шукали, скільки зараз приблизно, чи є якісь підрахунки, можливо, інформація звідти, скільки загалом населення залишилось на окупованих територіях Донецька і Луганська? Цифра прозвучала, скільки паспортів видали, ну, принаймні, з Росії кажуть, що 600-650 тисяч. Це який відсоток від того населення, яке зараз залишається? Тому що там ж росіян навезли, люди повиїжджали, переселенці. Яка там цифра? Вам відомо, принаймні? Ну, мне известно, что цифры официальные, которые дают от управления ДНР и ЛНР, не соответствуют действительности. Они дают 3,7 миллиона человек. Но эти цифры, они обновляются каждый месяц и основываются на данных паспортных столов. То есть довоенное население этих территорий и вычеркиваются тех, кто выписался, то есть официально выписался из своих квартир. Ті, хто виїхав, не випишуть. Ну, тобто вони рахують і переселенців, які просто виїхали, залишаючи майно. Да, все, зрозуміло. Це гражданин ДНР, да. Поэтому мені, коли Резніков назвав цифру 1 600 000 на всіх територіях, для мене це було некоторим перебором, тому що я привык к 2 800, которые давав ООН. Но сейчас я думаю, что, может быть, это и близко к истине, что там менше 2 000 000 человек проживає. Почули. Спасибі вам за ось цю інформацію, яку дійсно не завжди отримаєш, не прибуваючи там, за те, що от ви поспілкувались також з мешканцями окупованих територій і поділились з нами цими даними. Дмитро Дурнєв, кореспондент видання «Спектр», був